Ярмарка верхней одежды отечественного производства «Ермак» продолжает свою работу в Магнитогорске. Сотни горожан уже успели оценить широкий ассортимент представленных моделей. На днях коллекцию пополнили новые изделия. Что такое ярмарка верхней одежды «Ермак»? Это 300 квадратных метров качественной и красивой верхней одежды на любой вкус и цвет. Яркие стильные обновки ждут своих покупателей уже сегодня. На нашей ярмарке новое поступление весенней верхней одежды. Представлен большой ассортимент ветровок и курток различных расцветок и моделей. Размерный ряд от 42 по 72. Качество очень хорошее, так как все отшивается на российских фабриках. В ассортименте современные стильные модели, не выходящие из моды классика. Представлены здесь курточки и премиум-класса. Ярмарка «Ермак» – это качественный подход к покупке весенней одежды. Очень довольны, в принципе, да. Выбор большой, огромный. И одеться можно, ну, как лучшая красавица города Магнитогорска. Даже его окрестность. Мне нравится, во-первых, качество и насыщенный цвет. Я не пожалела, что сюда пришла вообще-то. Цены на ярмарке демократичные и качество при этом отличное. В основе изделий современные экологичные утеплители. Удобно, красиво, симпатично. Сейчас размер еще подберу, нормально будет. Поспешите и вы за покупками. Ярмарка верхней одежды «Ермак» будет работать во Дворце спорта имени Ивана Рамазана по 21 апреля включительно с 10 до 19 часов.